Это одна из самых больших территорий. Площадь теперь уже благоустроенного двора более 11 тысяч квадратных метров. Раньше здесь была площадка, но со старыми конструкциями, без дорожек, без вот этих зеленых насаждений. Поэтому все жители, конечно, рады, что наконец-таки у нас будет большая спортивная площадка, детская площадка, площадка для тренажеров. И, конечно, площадка, где можно будет отдыхать и проводить праздники детские. О таком дворе здесь давно мечтали. Для так называемых спальных микрорайонов курорта, говорят общественники, такие программы – возможность решить одну из главных проблем. Комфортная городская среда в основном воплощается в тех микрорайонах, спальных микрорайонах города, которые на сегодняшний день существуют уже более 20-25 лет, 30. Значит, соответственно, территории дворов пришли в упадок. Отвели по просьбе жителей, строителей место под мангальную зону. Будет площадкой для проведения различных мероприятий и детских праздников. Мы будем поддерживать, конечно, все это, стараться поддерживать в чистоте. Где-то цветочки досадим, где-то подкрасим что-то в случае необходимости. Такой подарок нужно хранить, поддерживать. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.